Наталья Бочкарева вспомнила, как артист и педагог Олег Табаков помогал ей в начале карьеры. По мнению актрисы, из-за этого ее должны были убить. Бочкарева познакомилась с Табаковым, когда была на четвертом курсе театрального училища в Нижнем Новгороде. Мэтр приехал туда с творческой встречей. После мастер-класса знаменитость осмелела и сказала педагогу, что хочет осваивать азы актерского мастерства под его началом, а он пригласил ее в Москву. Звезда сериала «Счастливы вместе» окончила четвертый курс в Нижнем Новгороде и приехала в столицу, где Табаков сразу определил ее на конец своего второго курса. Через полгода режиссер позвал ее в табакерку играть в спектакле «На дне». Это сильно обозлило однокурсников Бочкаревой, которые и так относились к ней не очень хорошо, поскольку педагог явно ей благоволил. В спектакле молодая актриса играла с профессиональными артистами. Это был цвет что-то непостижимое. Табаков, Филипенко, Байко, Безруков. А мне досталась роль Василисы, одна из главных. Да меня должны были просто убить, поделилась Бочкарева. Для актрисы Табаков стал не просто педагогом, но и духовным наставником.